Меня зовут Настя, я всех очень рада видеть на моем канале. И сегодня любимейшая рубрика, наверное, всех, это покупочки из Фикспрайса. Сегодня я туда заходила по одному поводу, вышла совершенно с другими тысячами поводов, но, к сожалению, за то, зачем я ходила, того не было товара. Я ходила за папкой для бумаг А4, такие сшитые, с ручками там бывают, розового цвета, потому что скоро уже совсем все высохнет, и ребенку не нужно будет носить с собой огромный рюкзак со сменкой и просто носить эту папку. Я увидела свою знакомую, к сожалению, пришла, ее там уже не было, но зато было много чего другого классного и замечательного, с чем я с вами поделюсь сразу. Первое, что я купила, это вот такой шар Чупа-Чупс с мишкой Тедди, новогодняя серия. У меня у Василиса как бы их хорошо знает, я тоже их хорошо знаю. Тут новогодние игрушки мишки Тедди. Вот у меня сейчас лампа просто работает, чтобы вам было видно. И вот такая вот мимишная штукенция. У кого еще остались, может быть, на телефонах вот такие штучки, можно привезти. Но на самом деле очень прикольная, здоровская. Я люблю Тедди вот этих. У меня даже... А, нет, Тедди у меня нету сейчас. Вообще оригинальные, крутые тоже очень. Вот такая штука попалась, значит, в этом шаре. Стоит шар, в отличие от цен в магазинах, какие сейчас, 55 рублей там. Поэтому я взяла Василисе, Василиса здорово его распечатала и вот отдала мне на обзор, чтобы мама показала ребятам. Так что, ребята, смотрите. Следующее я купила себе вот такой держатель для телефона в виде кошечки. Есть разных цветов, золото, серебро и розовое золото. Они крутые. У меня есть такая, вот у меня такой вот чехол силиконовый. Это наклейка с «Читай города», сейчас бы почитать, а не вот это вот все. И вы знаете, он прям держится намертво. И я просто решила заменить уже свой чехол, потому что он вот, ну, как любой силикон, просто пожелтел. И нужен новый какой-то держатель. Вот я решила взять себе вот такой вот с кошечкой. Я надеюсь, что он будет держаться так же намертво. Потому что, как мы знаем, у меня руки-крюки, я уже в этом месяце разбила стекло айфона, и это было очень проблемная замена и все эти истории. Поэтому для меня эта штука необходима. Стоит тоже 55 рублей. Ребята, посмотрите, присмотритесь. Возможно, вам тоже захочется такое. Дальше. На новом стенде, который посвящен Дню Святого Валентина, по-моему, еще, ну, как бы уже плавно перетекшим к 8 марта, там вот такие мимишные прищепки. Ребят, они мне ни к чему. Я ничего с ними делать не буду. Но в этом году, как и в прошлом году, я болею кактусами, и они с кактусами. Они здоровские. Это канцелярские прищепки, на них можно прищеплять... Например, какие-то стикеры в блокноты, какие-то страницы вырванные, наверное, в блокнот. Ну, как бы можно придумать им или фотографии, какие-то какое-то применение. Они деревянненькие, очень крутые, но не знаю, для чего они мне. Ну, пусть будут, потому что очень захотелось, честно. Когда очень хочется, я себе, конечно, не отказываю. Их тут 10 штучек, вот, пожалуйста. 10 штучек, может, для поделок, для каких-то, кто скраббукингом занимается... В общем, что-то придумывать надо будет. Дальше. У меня тут просто все в разнобой. Будет и продукты питания. Вот, молочная речка, клубничный коктейль Василиса себе взяла. Она очень просила попить. И вот купили такую вот молочную речку ей. Мы уже брали, хорошая штука. 18 рублей стоит. Как бы, ну, гораздо дешевле, чем в магазине. Потому что в магазине клубничный коктейль молочный стоит 32 рубля. Ну, у нас, по крайней мере, рядом с домом. Может быть, у вас дешевле. Но я думаю, что не 18 рублей. Это нормальная такая продукция. Производит ее Милком, город Ижевск, Удмуртская республика. Вот. Так, дальше, что я купила. Я купила ей карандаши. Ребят, я уже покупала эти карандаши. Они-то бывают с разными дизайнами. Вот сегодня у нас с единорожкой. Стоит 55 рублей. Производитель город, а это импортер, производитель Китай, и что я вам хочу сказать,
они очень хорошо рисуют, они прям мягкие такие, хорошо. Единственное, что быстро они заканчиваются, но я тут по наивности своей думаю, ну, господи, не буду заходить в фикс-прайс, зайду в какой-нибудь, у нас тут есть еще канцелярские магазины разнообразные. Карандаши дешевле 190 рублей там просто нет. Поэтому я вернулась в фикс-прайс и купила за 55, пусть они даже быстро стачиваются, ребята. Хорошие, там еще есть гамма. Я, ну, не было ценника, не знаю почем, но, по крайней мере, эти проверенные, взяла эти. Они там деревянные, кстати, сейчас я вам покажу. Вот, они деревянные, не пластиковые, именно дерево тут. Так, дальше я купила себе вот такие батарейки, которые мне казалось, что я никогда не буду использовать, но я буду использовать, я вам сейчас покажу для чего. У меня телефон стоит на треноге, которая является и селфи-палкой. Кому нужно, я скину ссылочку в описании, кто тоже, например, снимает девчонки видео, например, если вы снимаете на телефон или, кстати, на камеру, это очень неплохая штука, мне очень нравится, и можно пофотаться. В общем, там есть вот такая штуковина, как видно вам, не видно, вот. Она снимается, и она может работать на пульте, то есть если вы себя снимаете, чтобы не тянуться, да, сделать там какую-то обложку, вы можете просто клацнуть и снять себя удаленно. Здесь села батарейка, и она, по-моему, такая вот большая. Сейчас я посмотрю, подойдет он или нет. А, нет, не подойдет, ребята, очень жаль. Это я сделала большую ошибку. Потому что они больше, а тут она, вот видите, поменьше. Но у меня, по-моему, в весах тоже такие батарейки в электронных, поэтому и пригодятся когда-то, но вот к этой не пригодилась. Ну, очень жаль, она села. И теперь она не работает, моя штука любимая. Не работает. Ну, что делать? Не подходят они к этой палочке, но подойдут к весам 100%, там точно большая. Что было дальше? А дальше было слово. Хе-хе. Василисе купили, она была со мной в магазине, она выбрала себе подарок на 8 марта. И она выбрала себе вот такие гирлянды розы. Сейчас я их посмотрю. Ой, а слушайте, они с какой-то интересной штуки. Тут их мало, кстати, самих роз. Тут немного. Вот они так выглядят. Сейчас я обвешусь розами. Буду снимать в розах все. Так, значит, тут их получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 штучек. 10 цветочков. По идее, гирлянда. Ну, распутывать все равно надо, поэтому я распутываю. Мне кажется, что у меня больше запутывается, чем распутывается что-то. Вот эти гирлянды, кстати, фикс-прайсовские, которые на батарейках, они крутые. Единственное, что батарейки достаточно быстро садятся. А так, ну, можно аккумуляторы, конечно, туда забомбить. Я вам хочу сказать, что мне в этот раз девчонки посоветовали икеевские аккумуляторы. Говорят, что они просто супер-мега-пупер долго держат, ну, заряд. Поэтому в следующей онлайн-закупке Икеи, отгадайте, что я буду покупать. Правильно, аккумуляторы. Так, ну пробуем, что тут у нас есть. Ой, дай бог, пусть работает. Не хочу я никуда ничего нести уже. Да ладно, они какие-то, они светятся, в общем, не белым цветом даже. Они светятся розовым. Вам не видно. Сейчас, подождите. Как-нибудь сейчас. Во, видите? Ну, кстати, меня и так хорошо видно, чего я мучилась. Дальше так буду снимать. В общем, смотрите, тем более у меня сейчас есть розы. Так, вот обвешусь. И я буду гламурно саглэбить. Вот так. Ну-ка, повиснет. Не, перевешивает. Перевешивает батарейка. Ладно, пусть лежат тут. Пригламуривают меня сзади.
Так, с розами разобрались. Значит, вот эти розы. О, кстати, на святых лучше видно. Так, с розами мы разобрались. Следующее, я купила себе, никогда в жизни не пробовала, но мне тут что-то очень захотелось. Мне много монтировать сегодня, вообще планирую посидеть допоздна. Вот такой энергетический напиток Горилла, я его никогда не видела в стекле. И он в стекле и стоит 27 рублей. Ну, тут, наверное... тут 275 миллилитров, поэтому маленький. Ну, попробую, я никогда не пробовала. Попробую. Что за звер? Горилла. Дальше пошла повторочка, девчонки. Это я всем уже рекомендовала. Это семечки жареные, 16 рублей стоит. Здесь 200 грамм... А, нет, 120 грамм. Каждый раз говорю 200, на самом деле 120. И семечки это от Мартина. Хорошие семечки за 16 рублей. У нас в магазине в ближайшем любые семечки стоят не дешевле 40, наверное. Хотя, по-моему, я все время вижу цифру 60. Ну, в общем, вот эти дешевле явно. Дальше тоже у меня на семечки пробило, поэтому будут семечки. Две пачки по 18 рублей семечки. Дон Сэмми. Это соленые жареные вот эти штучки. Ядра подсолнечника, очень крутые, вот купила две, по 18 рублей, тоже хорошие, брала уже не раз, я до этого брала в Пятерочке, тоже такие стаканчики, но золотая, по-моему, семечка или просто какая-то семечка, по 18 тоже, но оказывается, это они были у них в акции, и в этот раз я зашла, а они стоят, ой, что-то... 82, ну какие-то такие бешеные деньги, что я, перекрестясь левой пяткой, убежала. Дальше, девчонки, я тут решила себя побаловать и купила себе к 8 марта, но у меня такая штука была, она просто куда-то разбилась со временем. Я купила себе набор вот такой аромалампы. Сейчас будем поглядеть, что там. Он стоит 199 рублей. Да что ты? Он не хочет открываться. Так, что там у нас есть? У нас есть сама, в общем-то, аромалампа. Она небольшая, маленькая такая. Ну, как обычно с этой штукой. Из чего не написано? Может, тут написано. В общем, тут лежит три свечи, такие же розовые. Две масла. Масло, значит, у меня попалось. Там рандомно масло лежит. Это я так посмотрела, но мне показалось, что вот эти будут самые приятные. У меня масло нежный хлопок. И масло лаванды. Слушайте, от лаванды аж мурашки побежали. Очень круто пахнет. Вот, масло лаванда. Господи, видно вам? Как вам видно сделать? Вот так. Три свечки такие, которые туда можно за это залить. Что тут по производителю? Короче, на коробке вообще ничего не написано. А, не написано. Так, значит, уполномоченное изготовителем лицо на территории РФ. Это Москва, но производитель все-таки Китай. Ну, мне нравится идея, я давно хотела, и с 200 рублей миленькая такая, розовенькая, я думаю, что будет Зергут, Зергут, Зергутович Зергутов, так. Что у нас, куда это все деть, о божечки мои. Так, значит, повторочка очередная, это вот этот вот кубик шипучий, который производится на, мы уже смотрели его, где он производится, но я забыла. По заказу и под контролем. То есть, чтобы это узнать... Короче, изготовлено в Санкт-Петербурге. Это хорошие шипучечки, ребенку дико нравятся. Они по 18 рублей. Но это ж куда лучше, чем покупать за 60 какие-нибудь шары.
И я вам, знаете, что могу сказать? От него нет никакой аллергии, она не чешется. Вообще крутая вещь. Вот посмотрите, у себя тоже в фиксах, может быть, тоже есть. Очень здоровская вещь, и мы уже не первый раз покупаем. Так что я советую. Дальше там мы взяли вот такие две открыточки на два праздника. У нас тут день рождения и 8 марта. И вот взяли по 10 рублей вот такие две открыточки мимишные. Так что с наступающими вас праздниками, ребята, девчата. На этом мои закупки. На этом мои покупки в фикс-прайсе на сегодня закончены. Видео получилось какое-то не очень длинное, хотя покупок было очень достаточно. Но они все были нужные, и я надеюсь, что я ничего на ветер деньги не выбросила. Все куплено, и все то, что нужно, все в дом. Ребят, я вас благодарю за просмотр. Поддержите меня, поставьте класс, подпишитесь на канал, если вам понравилось. Будем вместе устраивать такие покупки, что-то смотреть интересное, и вообще будет интересно. Всем счастливо, всем пока-пока, с наступающими вас праздниками!